О, вот молодец, какой сильный, молодец, все сразу. Все потушил. Вот, значит, 8 лет точно исполнилось. Силы хватило за раз. Молодец. Давай, да, Галы, по 8 раз. Большой. Давай, 8 раз вот за раз. Да, из этого начинай. Никак нельзя. Начинай, по кругу. Раз, два. Стой. Я Москву показываю. Не надо, не надо. Сейчас Москву уже видел, значит, Москву не проблема. Восемь, все, значит, большой. Все, значит, день рождения, точно. А теперь тортик поесть, подожди. Сам тебе разрезай. Зачем драться? Саша, а разрезать кто тортик будет? На, теперь разрезай. Тебе так поздравляю, что большой. Это так поздравляю, был. Да. Так вот должно быть. Надо оно вытащить, так и должно быть. Вкусные. Понятно? Да, и восьмерку оставить на 18 лет. Да. Да. Однерку только поставишь, единицу. Да. Восьмерку убирай. Восемь, вот это восемь. Убирай. Все. Убирай. Давай. Тортик режь. Мне машину. Дай мне. Сюда иди, сынок. Влад. Деду дай, вытаскивай. На, деду. Вытащи первый кусок, деду дай. Все, отрезала, давай. Вытаскивай. Старшему, нет, нет, деду. Вот так, смотри. Где ты? Вот тебе так, стоишь? Вот, давай. Поднимай. Стой, не тяни. Аккуратно. Поднимай. Давай, давай, давай. Застрял. Влад, не балуйся, это некрасиво. Смотри, ее рот как открыт. Торт. Тоже хочется. Деду. Во! На, деду дай. На, скажи. Держи. Деду дай. Красивый тортик. Деду дай. Деду дай. Все. Спасибо. Кушай, скажи на здоровье. Кушай. Успокойся. Теперь всем подели. Мама, это тебе. Спасибо, я родная. Я сказал Владику, дай мою порцию. Значит, отдай Владику. Угу. А вот это вот... Это добавка. Это добавка той порции. Да. А вот это рот, который открылся. Сашина машинка. Сашину машинку будем 2 дня есть. До Нового года. Да, он уже 5 минут съест. Кому колеса, кому лэ, кому а, кому д. И пошло. Будет мороз. Да, скорее всего, пустой. Проверим. Ну, сейчас. Но он тоже пришел. Молодец. Ему что же проверить? Взял голову, оторвала. Ой, зачем? Это, это же не голова. Держи. Зато двое дедов. Вот это он полный, блин. Вот, дед, видишь, какая бибика? На палочках. Большая машина. Смотри, какая бибика. Коробку просто положи. Угу. Смотри, Максим. Шоколад потом будет резкий. Белый шоколад. Да. Ну, вытащить надо. Вообще? Классно же. Машинка. Вон какая. Давай. Обязательно оставим, передадим. А, передадим Маркуше. Конечно. Мам, тарелку. Ну, сюда давай. Комодаш. Да. Влад, ну ты специально, да, делаешь это? Так же некрасиво. Ну не его же день рождения. Не мой обидно. Сюда иди покушай, тебе же тоже на 9 марта будет так же. Тоже будет большой тортик. Сюда, родной, иди, поздравь брата. Ты же его поздравлял вместе со школой, в школе? Давай, помогай, Влад. Сбежал. Сбежал. Еще тарелку нужна. Кому? Максиму. Максим, тебе? Видишь, он говорит, мне большой тортик. Да что вот это сразу мне? Что париться? Ну, что мелочиться-то? Ну так, пододвинь его, разверни его. Осторожно! Просто у Саши ручки такие маленькие. Да но нет, они же большие. Если он сам уже нарезает тортик и всем раздает, значит, он уже какой? Большой! Вот, верно. Бесконечный. Ну, восьмерка – это бесконечность. Так что, как раз только. Жизнь начинается.
хватит его мучить, ты уже этот. Все, больше не надо резать. Ты уже всем нарезал. Помоги ему. Давай. Все, и Владу есть, всем есть. Сам большой кусок это твоей маме. Ой, спасибо, родной мой. А тебе? Да а себе? Возьми вот это, забери. А скажи это люблю. Мне. Забери. Скажи это все мне. Уже 9. Да, уже 9. Ну не нам же. Да завтра успеешь еще поесть. Еще машинку погрызешь. Машинка, может, до Нового года еще доживет. Да, на, главное в холодное местечко поставить. Поставим. Холодно, вон два холодильника. Что там, Галину Ивановну выписали? Да нет. На казенных харчах? Радуется свобода, жизни. Свобода, лафа. Свобода. Да она каждые 5 минут звонит. Все. Давай, прикрой. А это сам бери. И Владик пускай возьмет тоже тортик. Лафа, свобода, скажи. Да? Лафа, свобода. Ложечки, ложечки. Лафа, свобода. Отнеси, потом ложечки принесешь. Угу. Там где-то в комнате. Дома. Максим, позови Витю. Да. Денис катается где-то. На машине катается. Вот видишь, по скайпу уже лучше, чем по Mail.ru. И лучше слышно, да? И видно хотя бы. Ну вот, лучше. Хорошо, ну, видно, рада. Все слышно. Почему? Вот коньяк. Коньяк есть. Вот. Казахстан. Казахстанский. Айда. И курочка гриль. А что? И курочка гриль. Это уже вторая. Дразни. Цыплята табака. Чего сразу? Там нормально. Чтоб не сдала. Я говорю, это уже вторая. Так это вы вторую. Я замерзла. Я с работы поздно пришла. А я пришла, они уже сидят. Согревать. А мы тоже только приехали. И Андрюха пришел. У нас холодно. Минус, 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 минус. Шесть. Днем минус 5, минус 6. А для нас тоже холодно. Ларик, балуйся, хоть. Дед зовет, поздоровается. А? Да они балуются. Они балуются, пошли кушать и балуют этот, в комнату туда. У них там свобода. Никто не мешает. Спасибо. И тебе так же. Все так плохо. Алло, а что так плохо начало показывать? Конец месяца, трафик уже, скорость. Нету его. Нету. А? Чего? Нет. Ага, работаем мы 30-го. И 31-го тоже. У нас 30-е, 31-е. Мы сегодня официально работали за 3-е число. Чтоб 3-го не работать, сегодня официальный рабочий день у нас. А потом с 1 по 5 официальный отдых. А массовое катание будет работать. Одна я 31-го отдыхаю. Везет людям, а?